Всем привет, это Ирина Воскресенская. Сегодня у нас еще очередной один день кондитера. Так, после отпуска у меня некоторые заказчики прям ждали, когда у меня закончится. Тут я все расписала. Это, вот хотела только вот столько тортиков взять. Тут вот бумажка, это то, что меня еще один уговорили, хотя я даже написала в соцсетях, что больше брать не буду. Тут маленькая часть. Такая вот 1, 2, 3, 4, 5 начинки еще не все сделаны, но в общем-то работы у нас полно. Сейчас я, кстати, в этот раз у меня очень много разных начинок: клубника, ваниль, клубника, крепкий орешек, 2 вишневых шика, лимонная помадка и супер черника. Вот смотрите, все в наборе, так что будем делать. А вот такой тортик у нас в эко-стиле. Это крепкий орешек или сникерс по-другому. Вот, с большим количеством голубики. И здесь у меня еще эвкалипт присутствует. Такой шоколадный-шоколадный тортик с карамелью и орехами внутри. Сегодня будем с вами делать еще оформление «Космос». Меня просили по этому поводу. Я уже намешала крем-чиз. У меня здесь все на сливках. Тут черная краска, темно-синяя, фукси. И у меня еще есть голубой и белый. Ну, все по-разному делают. Я просто покажу, как я делаю. И хочу сказать, что и у меня все время получается все по-разному. Потому что тут настолько все смешивается, что повторить один и тот же торт просто невозможно по оформлению. А такое существенное замечание, когда вам клиент просит у вас такой торт, как «Космос», обязательно перед тем, как вы получите заказ, точно уже оформите, объясните, что у них будут черные или синие языки, и вообще будет все внутри пачкаться, да. Это безопасно, конечно, если вы покупаете краску пищевую, это все выйдет, но все равно это не очень красиво смотрится, и чтобы у вас никаких проблем не возникло, а то люди думают, что если они получают вот такой краситель яркий, и у них ничего нигде не пальцы там могут иногда окраситься, но в основном окрашивается язык, и если вдруг губы, вот это бывает. Так, ну, в принципе, все рассказала. Давайте сейчас я достану торт, и мы будем его мазать. Ну что, берем краску и будем ее наносить. Вот. Хаотично в таком порядке. Итак, вот весь покроем сначала черный покрою краской, потом следующими. И чтобы у нас все с вами было закрыто. Можно из мешочков выдавливать. Это удобней. Мне просто мешки жалко на это.
берем синюю и в точности также будем ее добавлять. Синяя, по-моему, всех больше золота.
Так, ну сейчас еще почищу подложку и посмотрю, может быть, где-то какие-то цвета добавить. Например, сейчас вот очень много уже смешанных, можно покрасить. Я люблю обычно немножко побольше черного или синего. И кое-где сейчас сравняю с черным и кое-где черного добавлю. Такой вот торт у меня получился. В этот раз очень интересный. Смотрите, прям как будто небо, да, как картина получилась какая-то. Верх хорошо получился, мне понравилось, просили именно вот с белой краской, чтобы так вот Млечный Путь был. Обычно я черным больше делаю. Но в этот раз решила вот прям вот такие интересные краски смешать. Если вы хотите какой-то цвет побольше сделать, вот, например, что-то вам не понравилось, у вас есть снятая краска сейчас, вернее, крем с краской, вы добавляете, мешаете, например, черный и добавляете черного. Ну, вот так вот все тут смешано. Уже смысла снимать нету. Если где-то вы хотите добавить цвета, да, какого-то, у вас крем вы сняли, добавили туда краску, которую вы хотите еще где-то добавить, вот наносите и опять выравниваете. Но увлекаться не советую, потому что они будут все только больше и больше перемешиваться, у вас будет однотонный торт получаться. Так что вот надо вовремя с космосом останавливаться. А наверх, видите, я белой краски нанесла, чтобы Млечный Путь был. Вот. Вот так вот. Прям как акварелью нарисовано. Вот такой вот будет тортик. Сейчас мы еще его будем украшать такими шариками серебряными и ягодками. Я украсила голубикой, шариками, мелкими шариками, крупными шариками. Вот надпись у нас: Аленочка, с днем рождения. И еще нам нужен серебряный кондурин. Кондурин я всегда использую в космосе. Мы немножечко проходим ягодки, чтобы они такие тоже космические у нас стали. Ну, где больше, где меньше, чтобы каждая ягодка уже, это не просто ягодка, а что-то тоже с космическим связанное. Это очень красиво смотрится. И на фотографиях, ну и потом все равно всегда клиенту, мне кажется, приятно получить торт, с которым видно, что вы поработали. Так. А,
Теперь я беру другую кисть, которая большая, и немножко подуем. Наберем на большую кисть. И чтобы у нас он весь блестящий был. Вот. Не обязательно весь уже обрабатывать. Немножко сверху и вот обычно здесь, в этой зоне, которую мы будем видеть. Ну, достаточно. Все. Такой космос у нас с вами получился. Мне кажется, очень и очень даже достойный. Поближе вам покажу. Обязательно делайте и белые, потому что всегда интересно смотрится. И черный добавляйте, не только синий, но и черный. И даже когда он еще не украшен, он как-то по-другому немножко смотрится. А уже с украшением очень даже красиво. Вот. Думаю, что клиенту понравится. Мне самой очень-очень даже нравится. Так, если что у нас здесь? У нас здесь вишневый шик. А перед этим я вам показывала такой с листиками, да, шоколадом покрытым. Там лимонная помадка была, я перепутала. Вот так вот. И вот здесь вот в холодильнике покажу, как он у нас блестит из-за кундурина. Вот здесь вот хорошо видно. Вот. Вот такой тортик я еще один собрала. Такой девчачий тортик. Вот. С клубничкой. А внутри вишня. Вишневый шик там внутри. Но заказали с маршмеллоу маленькими и с клубничкой, чтобы наверху был розовый белый, вот такой нежный для девочки. Очень такое нежное, легкое очень оформление получилось, в легкость, в такое вот восприятие. Мне очень понравилось. Такой тортик мы еще собрали. Вот. С пряниками, конечно, бы нужно торт пошире, побольше. Но заказывают маленькие тортики. Минимальный вес. Но все равно. Я думаю, что мальчик будет доволен. Мальчик Коля. Решила вернуться, я стала укладывать, упаковывать торт и поняла, что сюда можно еще клубничку добавить. Вот посмотрите, сразу торт стал по-другому играть, потому что машина красная, торт заказывали бело-голубой, и я тут старалась как-то их объединить. Вот сначала желтая надпись у меня была, видите, Коля, такие вот цветочки желтенькие появились. Ягодки темные с машиной вроде так сочетаются, там есть тоже темные. И вот прям не хватало красного акцента еще на торте. Теперь он появился и стало все гармонично. Собираю черничный торт, решила вам показать хотя бы принцип сборки. И может быть кто-то будет повторять. У меня вот тут бисквит. Можете масляный, можете классический. У меня классический, очень люблю на лето классический бисквит. Пропитка. И вот пока я покрыла первый бисквит, ну, корж кремом. Крем-чиз на сливках. Теперь идет черничное пюре такое. Даже, видите, не пюре, а ягоды у меня целые остаются. Проваренная черника у меня здесь с цитрусовым пектином.
Следующий корж, сейчас его промочу сиропом и сразу промочу вверх. Потом слой чизкейка идет, и сейчас мы это закроем и уберем пока в холодильничек. Следующие у нас вот такие шоколадно-ванильные капкейки. Сами капкейки ванильные, начинка шоколадный ганаш, шоколадный крем-чиз у нас тут и украшение. Вот такой вот для любителей шоколада. Ну вот только закончила я собирать черничный, вот так вот украсила, нежный такой тоже получился. Ну вот, сейчас мы его отправим на фотосессию, упакуем. Вот. Ну вот еще вам его покажу. И спасибо, что были со мной этот день. Сегодня он был такой плодотворный. Вот. Что еще хочу сообщить, что скоро будет тортик. Так что, кто не подписан на меня сейчас смотрит, обязательно подпишитесь. И кто подписан и кто не подписан, нажмите на колокольчик, чтобы вам приходило мои обновления. И вы не пропустили новый тортик. Кокос смородина. Так что мы будем скоро, совсем-совсем скоро с вами его собирать. Ну все, пока-пока, ваша Ирина Воскресенская. До нового видео!